Всем привет из северной столицы, вы на канале Андрей Колосов. Я приехал в Петербург на звездный уикенд, который продлится целых 2 дня. Попробую передать всю хоккейную атмосферу. И самое главное, это происходит на самой большой арене в мире. Давай, снимай нас. А вы когда приехали, сегодня или вчера? Вчера прилетели. Сочи чемпион. Плюс 19 сегодня в Сочи. Ну что, добро пожаловать на самую большую арену. Вот она. Если верить Википедии, то в Монреале хоккейная арена Bell Center вмещает 21 105 зрителей. Арена в Петербурге вмещает 21 500 болельщиков. Гоу! Ну что, я под самой крышей. Масштабы впечатляют. Кстати, рекорд матча всех звезд КХЛ был побит в Минске в 2010 году. По-моему, пришло около 15 тысяч человек. Интересно, СКА-арена забьется на 21,5? Посмотрим. Из ложи прессы открывается чумовой вид. Я никогда не был на матчах НХЛ, но у меня складывается впечатление, что я на Madison Square Garden. Народ фоткает, снимает видео. Действительно, шок от такой арены, потому что масштабы огромные. Смотрите на этот куб, точнее, несколько кубов. После вступительного шоу и представления хоккеистов начался первый конкурс на силу броска, в котором, кстати, победил Александр Никишин, защитник СКА. В бросках на меткость также победили хоккеисты дивизиона Боброва, и равных не было Павлу Порядину, нападающему Спартака. Еще раз, уверенно, бильярдом, но нет, не так и просто. Баскетбол, но еще одна. Дамир Шарибзянов приехал на матч звезд в роли Железного Человека. Дамир, а в каком кино хотели бы сняться? Да я бы пчел А еще? Мне нравятся, если честно, все фильмы про супергероев, так что Железный Человек один из них. Yeah, it's really cool. The arena's really nice. My first time being here, super big, and you know, it's fun being around everyone and having all the fans here. Yeah, for sure. When you look around in the crowd, there's just so many people out there. I think, I mean, it's for sure the biggest arena I've ever been in. So. Арена прекрасная, очень было интересно посмотреть на нее. Современная, большая очень.
впечатления только положительные, как от арены, так и от самого мероприятия. После мастер-шоу традиционные игры дивизионов в полуфинале со счетом 8-6 победу одержал дивизион Харламова. У чернышовцев, кстати, забросил шайбу вратарь Салават Бегулаев Александр Самонов и хет-триком отметился Райли Барбер, но их это не спасло от 8-6. Ну а в раздевалке у проигравших никто не грустил, потому что все кайфовали, получали удовольствие, и именно здесь главное участие. В другом полуфинале с таким же счетом бобровцы уступили дивизиону Тарасова. Ну что, друзья, второй день уикенда. Если подводить итоги первого, то в принципе конкурсы были крутые, ребята все заряжены, спартаковцы и здесь хотели быть первыми. Но удивил Александр Никишин, который чуть, я не знаю, не разнес стены своей новой арены. Со следующего года СКА будет выступать в КХЛ, и у него самый мощный бросок оказался. Матчи получились не столь яркие, как конкурсы, и многие болельщики отмечали, что не хватало борьбы и каких-то более живых действий со стороны хоккеистов. Может быть, не знаю, стоит добавить чуть скорости. Может быть, стоит все-таки сделать какие-то силовые, ну, или добавить какие-нибудь шуточные, прикольные драки, не знаю, там, на подушках, еще с чем. Сейчас еще 2 часа до начала второго игрового дня. Пока все в ожидании шоу ходят, фотографируются с маскотами. И я тоже покажу и пообщаюсь с болельщиками, узнаю их мнение вот в первом дне. Эти? Ну, все понравилось, это большая арена, это очень круто. И интересно наблюдать за дивизионом Чернышова, Тарасова, как себя показывают игроки Салавата и многие другие ребята. Ну, Салават это только Самонов. Как конкурсы? Всех ли хватает? Может быть, еще какие-то нужно добавить? Ну, конкурсы, да, интересные, но, наверное, что-то бы хотелось все-таки и добавить. Айсфайтс на коньках дерутся. Может быть, что-нибудь можно было там подушками придумать. Ну, это было бы смешно и забавно. Арена прекрасная. Гардероб не работает. Гардероб не работает. Туалетов много. Это очень большой плюс жирный. Очень простая навигация. И удивительно, я думала, что мы будем эту арену 3 часа обходить. В принципе, нет. Наша уфимская 8000-ая арена, в принципе, наверное, за такое же время я обхожу, как и эту. Вот, поэтому в плане вот претензий вообще нету к арене с собой. Мне шоу не очень понравилось вчерашнее, я возлагаю большие надежды на сегодняшнее шоу. Вот. А так, в целом, вообще интересно. Очень радостно встречать знакомых своих зеленых человечков, других регионов людей, которые приезжают к нам, которыми ездим мы. Вообще удивительно, очень много знакомых. И когда нас еще узнают хоккеисты, это вообще я в шоке. Все-таки понятно, что это баловство, что это шоу, это не такая игра, это не плей-офф, который вот. Здесь все-таки да. Ну, хотелось бы, чтобы Чернышов дивизион вчера победил. Ну, вот, к сожалению. Младцы 3-4 место, лишний раз Камончика любимого увидел. По поводу конкурсов, наверное, хотел бы, чтобы были эффектные булиты. По типу, вот давайте вспомним. Не помню, где проходил матч звезд, но когда горячая клюшка была у Линуса Умарка, что-нибудь такое добавить. Побольше эксклюзива и побольше конкурсов. Респект! Как вам арена?
Супер! Ну, шикарно, конечно. Так арена. Но! Если вещи... Так арена. Когда только арена достроят, тогда нормально. Да, да. Так арена, лучшая арена. Ну, да. Там пиво продают! А как матч звезд? Ну пока, ну, что, ну, что-то немножко скомканное, немножко упущено что-то. Если даже шайба. А что упущено? Ну вы же видели, даже в конкурсах капитана шайбы забыли Радулу. Ну, там же на время все-таки. А это же дивизион Харламова все-таки. Надо полагать. Мы обрыв. Конечно. Хотелось бы, конечно, побольше представительства адмирала. Можно на 4. Я вчера на матч сказал, впечатление от этой арены. Я говорю, попадаешь в черную дыру и пропадаешь здесь. Нет, ну вообще, я как строитель просто, она очень компактная. Арена большая, огромная, но тут сделано все очень грамотно. В плане потолков, разделения пространства и т.д. и т.п. Но когда мы вчера зашли наверх, да, там не было парапетика, и первая мысль была, я опять десантирую. Это так, да, там десантироваться просто огромное. На шестом этаже. Это мы были, да, нет, это мы были еще, грубо говоря, посередине арены. То есть очень высокая арена. То есть, не, видно все здорово отовсюду, но она была... Звук хороший. Да, вот, ключевой момент, басы и все остальное, да, тут вот просто прям шикарно. Для концерта здесь будет, да, супер-пупер. А мировые турне, супергрупп сюда, вот они все здесь и окупят быстро. Это так, лидищик. А вот как шоу в целом? Шоу красиво. Конкурсы и матч? И конкурсы, и матч, все достойно. То есть, мы, а что нам? Мы всего уже, хватает. Мы бывалые, нам хватает. Единственное, да, конечно, чего не хватает, все работают, все стараются. Зрители немножко, чтобы раскачать, надо там, как бы, чтобы ведущий поактивнее, там, волну пустить или еще чего-то, чтобы так, по коммуникабельной, да, поконтактнее. Да, да. Пива не хватает, пива, вот. И все будет the best. Даже, на мой взгляд, при такой массе народа достаточно все организовано. То есть, очень, и на входе, и на выходе. Нет, гардеробные, не можем. Гардеробов нету, да, но гардеробы вот они все, ребята. А они все сзади. Они все пока не работают, но давайте мы потерпим. Минус, как бы. Все будет красиво, да, все, не сразу все, Москва строилась так же, как СК. Вот я думаю, здесь все будет, здесь, ну, что говорить, the best, лучшая арена. Тут говорить даже не надо. Кстати, забыл сказать, что рекорд установлен. 19 682 болельщика присутствовало. До этого в Минске, напомню, 15-100 было, в 10-м году. Самый эффектный талисман, если говорить о этом розыгрыше. Чувствую, как талисман не оставляет меня в покое, и не надо, что называется. Как вам сегодня, второй день? Весело, весело. Мне кажется, конкурсы поинтереснее были. Вот вышел на лед, только сразу заметил то, что арена сделана под НХЛ. Ну, то есть, как в НХЛ. Ну, я застал, в Монреале был, в Аризоне был на играх. Поэтому сразу так сравнение пришло, то, что очень похожа арена на НХЛ-овские. Чувак наш прославленный футболист присоединился. А вот это уже интересно, друзья. Знаешь, это вечный спор. Футбол, такие футбол. Решили они перемирием. И до этого, на этом конкурсе выступить. Шайба ворота. Сделано. Это было хорошо. Сильно и так громко заявляя о себе по ходу регулярного чемпионата.
удивляет, мне кажется, и монтеров, которые смотрят и почему-то задаются вопросом, откуда такое количество заказов из Нижнего Новгорода на плотный продукт. В этом году решили дать. Фигуристки появились на льду. Я однозначно голосую за вот это. Набирали больше громких и свои голоса. Давайте. Картина. Первый нет. Не пристали чайку не вернуть. Вторая. Лука, что он поменял, кстати, ключку? Брэннон, nice to meet you. В мастер-шоу, или проще говоря, конкурсах, победил дивизион Боброва. А затем начались матчи. Александр Мостовой появился на льду. Ждем от царя голов. Вот он в атаке. Прекрасно открылся. Ну что, надо выводить. Ай-яй-яй. Александр, как ощущения? Вообще спокойно. Нормально? Александр, а почему не золотая? Вот, спросите, вот. Как настроили на победу. Они этот, как его выиграли, этот как его. Конкурсы выиграли. Конкурсы лучшие. Все конкурсы. Сегодня, кстати, мы выиграли. И ребята зашли, и я подумал, что мы тоже конкурсы выиграли. Мы уже в финале. Поэтому мы первые смены там сколько там три забили. Да. Кстати, с праздником. Всемирный день футбола. День футбола. Представляете, сегодня? В декабре, да? А, кстати, еще можно позвонить. Мы сегодня с утра уже на футбольном. Футбол играли уже. Были, да, на разминались перед хоккеем. Да, на Газпром арене уже футбол играли. Алло. Да, да. Так? Да. Нет, я бы читал, правда. Ну, одна. Раньше было два комплекта, я тебе сразу сказал, да. Я просто стал 30. Голдова. Голдов. Обменяйся. Не глядя. Меняйся. Не говори. Здесь плохо подох, но елки-палки, сейчас вам просто. Нет, могу свисток отдать, конечно. Пока поет мой тезка, скажу, что второй день и очередной рекорд. 20 384 болельщика на новой СКА-арене, которая вмещает 21 500. Алексей Колосов заскучал. Пора к воротам. Эх, привоз случился. Победу в 14-м матче звезд одержал дивизион Харламова по буллитам. Закончился праздник хоккея, и появилась информация, что матч звезд КХЛ транслировался аж в 9 странах. Ну и подводя итог, сейчас я найду, честно, отсюда правильно говорил Коля Голдобин, что шея будет болеть, потому что действительно масштабы суперские, праздник получился. Хоккеисты довольны, болельщики довольны, поэтому все супер. В пресс-центре были тоже свои конкурсы. А итоги уикенда я подвел с Владимиром Гучиком, телеведущим и комментатором КХЛ ТВ. Какой день больше всего запомнился?
Ой, вы знаете, ну, у меня нет такого, что мне, например, какой-то из дней запоминается больше или какой-то меньше. Все дни, они особенные, да, когда ты работаешь в студии. Особенная атмосфера в том, что кто приходит к тебе, да, кто является твоим напарником. И основная задача, ну, хорошо и быстро реагировать на изменения ситуации, потому что порой это происходит все очень быстро. И тут надо с таким праздничным лицом обязательно стоять. Даже если, как это там, зима в сердце, да, на там, душе вьюга. Да, на душе вьюга, и даже если у тебя там зима в сердце, а на душе вьюга. Ну, нет, такого не было, но вдруг, если это происходит, ты должен улыбаться. Праздник, и действительно, это праздник, новая арена, классная, я прошелся. Я, ну, у меня были какие-то, например, ожидания, но это реально круто. Там с любой точки все здорово видно. 21 тысяча, блеск, идеальные позиции комментаторские для студии. Я всегда с точки зрения телевизионщика смотрю и вот таким вот образом в первую очередь оцениваю. Потому что иногда построить хорошую арену, мы про комментаторов, наверное, про возможную студию, вспоминаю самый последний момент. Здесь подготовишь, не знаю, как это будет потом, может быть, они только на матч звезд здесь. Нет, вообще круто. И матчи, и улыбки. Я всегда говорю, что матч звезд — это такая, знаете, выставка достижений континентальной хоккейной лиги. Потому что хоккеисты ближе к народу, ближе к журналистам, комментаторам, может что-то обсудить в такой неформальной обстановке. Это основная причина, почему это нужно делать и почему это нужно продолжать. А какой бы конкурс вы лично добавили? Какой было бы интересно еще посмотреть? Судьи на вбрасываниях. Ну, правильно расставить там на последних секундах. И все, и определили бы победителя. Вот 100%. Судейского конкурса не хватает. А участие футболистов как вам? Понравилось? Классно? Ну, я знал, что некоторые из них играют, и играют очень неплохо. И мне кажется, эта идея уже напрашивалась даже несколько лет назад. Ну, были тренерами девочки, были тренерами наши эксперты. Сейчас дошла очередь, наверное, до футболиста. Нормальная идея, и она себя полностью оправдала, потому что было видно, что ребята приехали с большим интересом и с большим удовольствием там поучаствовать. Кто-то номер не отбывал. Нет, здорово, и постоянно что-то там креативили, шапка Аршавина, не знаю, прическа Мостового и так далее, и так далее. И ананас от Анаса. Ну, это просто классика. Мне кажется, это лучший перформанс. Или есть лучше? Ну, один из, наверное, мне... Ну, давайте лучше. Я просто уже все забыл. Вот я сейчас спрашиваю, мне нужно сейчас быстренько... Все, я когда эфир заканчиваю, все, с памяти стирать, все, я эту флешку вытащил. Поэтому лучший перформанс от Анаса. Спасибо за помощь.